Способные взлетать со взлетно-посадочных полос аэропорта прямо на околоземную орбиту и выдерживать температуру до 5-0 градусов. Национальный аэрокосмический самолет представляет будущее в области аэронавтики и космических технологий. НАСА и Министерство обороны совместно спонсируют уникальные совместные усилия аэрокосмических компаний по проектированию и разработке планера, материалов и систем для национального аэрокосмического самолета, полеты которого планируется начать в конце 1990-х годов. Аэрокосмический самолет следует по стопам выдающейся серии экспериментальных самолетов, которые преодолели множество препятствий. Начиная с Bell X-1, исторический полет Чака Йигера преодолел звуковой барьер в 60-х годах, скорость X-15 в 7 раз превышала скорость звука. Совсем недавно X-29 с его сложной конструкцией крыла со стреловидностью вперед доказал, что передовые материалы и компьютеризированное управление обеспечивают непревзойденную маневренность. Когда следующая экспериментальная игра в X-30 станет реальностью, в ней будет задействован набор прямоточных двигателей, реактивных двигателей и, наконец, ракетных двигателей, летящих прямо на орбиту. Обещание недорогого доступа в космос также побудило европейцев и японцев начать работу над своими собственными версиями космического самолета. Хотя интерес к созданию такой технологии, она представляет собой уникальный, сложные задачи. Ни один существующий самолет или аэродинамическая труба не могут воспроизвести 17500 миль в час, которых достигнет X-30. Компьютерные модели используются для моделирования ударных волн и тепла, с которыми столкнется X-30, когда он с ревом пролетит через атмосферу Земли почти в 30 раз быстрее, чем реактивный авиалайнер. Материалы для самолета должны соответствовать требованиям конкурентов по прочности, легкости и способности выдерживать обжигающие температуры. Соглашайся на вход. В отличие от предыдущей конструкции, напоминающей Конкорд, новый фюзеляж шириной X-30-х годов обеспечивает большую часть подъемной силы самолета и снижает требования к размаху крыльев. Широкий нос направляет поток воздуха в воздушно-реактивные и прямоточные двигатели самолета. Для большей стабильности на всех скоростях были добавлены двойные вертикальные хвосты. Национальная технология аэрокосмического самолета Америки, которая обещает доступный, эффективный и гибкий доступ к космосу в 21 веке.